называется она норвежская. А что норвежская? Все спрашивают, а все норвежское. У Битлз есть такая Norwegian Wood, такая песня знаменитая. А так как я сейчас делаю английский альбом, ну такой британский, я ищу всяческие интонации в виде инструментов той эпохи. Там у меня участвует Хофнер, бас, Вурлицер, мини-мунг, гитары с интересными звукоснимателями. И вдруг я думаю, и вдруг я вспомнил, что много-много лет назад у моей мамы в детском доме, где она преподавала рукоделие, была воспитанница Лена Птицына, которая мне как-то на кухне на диктофон записала норвежскую песенку. Ее забрали родители Эви и Герард. Она уже много лет живет в Норвегии. И я почему-то подумал, что это может быть интересным сюжетом. И я нашел эту запись Лены Птицыной. Она вот звучит вот так. Я даже не знаю, что это за песня, о чем она. Но вот после этого я полез в интернет, нашел, как должны звучать норвежские инструменты для того, чтобы песни будущей, которые еще пока не имел даже в голове, придать какой-то колорит. И вот фольклорные вот эти песни, вот фольклорные инструменты. Вот. И вот я нарезал, там насэмплировал. Получилась такая песня про Лену Птицыну, которую я вдруг решил найти, но, встретив ее, она немного помнит на русском языке. Пожалуй, слово «нет» она помнила очень хорошо, и поэтому на русском не ответила. Когда я позвал ее обратно к себе вернуться, она сказала «нет, здесь любовь и жизнь моя». Вот. Ну, банально, может быть, но в любом случае, здесь для меня лично самое главное – это голос Лены Птицыной. Я сегодня вспомню вдруг тебя. Ты была тогда еще дитя, но как быстро. Я очень люблю, когда приходят в гости люди, и им показываешь какие-то свои работы. И слушаешь абстрагированно, как будто вот не ты работаешь 8 часов над одной фразой. Бывает, сын забегает в комнату и говорит: «Папа, хай-хет или тарелка уже позавчера звучала хорошо». Ну, да. Все делаешь, непонятно зачем. А когда другие люди приходят и говорят: «Вот то-то, то-то, то-то мне непонятно, то-то, то-то мне непонятно, а вот это здорово». И все это совсем по-другому. He come on, I'll stop, he do. Да, и вот на нем гладкие струны стоят, и поэтому он дает вот такой чудесный звук. Сколько лет, а сколько долгих. Я просто хлопаю по голым коленям и по пузу своему. Это называется, у меня этот трек называется «Перкуссия». Он выглядит вот так вот. Вот так. И вместе это звучит очень хорошо. Я понял, что любовь — это не больше, чем игра. Здесь есть маленький момент счастья, вот какого-то такого, домашнего творчества. Подручные инструменты. Еще есть вот такой инструмент, в Архангельске куплен, называется он шуршунчик. Это березовая какая кора, и в ней какой-то... То ли крупа какая-то, то ли что-то. И вот он тоже здесь звучит. Вот он. Шуршунчик, да. Это ноты бас-гитары. Вот. Это 78-й год. Это вот Битлз.